Друзья, иду на новую почту за маслом. Заказывала новомосковским маслом, это в Украине. Холодного отжима сейчас получу, покажу. Принесла посылку домой, давайте распечатаем. Вот у нас город Новомосковск, это Днепропетровская область. Вот так они упаковывают это масло. И здесь написано, что обережно, крихке. Открываем. Вот и бумага такая, салфан. Сейчас открою, потом увидим. Так, из пакетика достаем. И что мы здесь заказали? Масла. Сейчас я вытащу, все по порядку расскажу вам. Итак, я заказала, друзья, три вида масла. И один пробничек 50 мл, он бесплатно идет. Захотела попробовать это масло расторопшее. Без консервантов, холодного отжима. Липнет, оно было отжато. Правильно говорю, не знаю. Вот. И значит по порядку. Конопляное масло. Это фирма Оленица в Днепропетровской области, город Новомосковск. Здесь вы видите состав белков 0, жиров 99,7, углеводов тоже 0, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, H, D, П. Микроэлементы калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо и йод. И содержит жирные кислоты, полиненасыщенные. Омега-3, омега-6, омега-9. Здесь я взяла литр его. Ценника нету. Сейчас я уже не помню, поскольку 330. Если не ошибаюсь, я потом видео напишу. У них сейчас акция 10% скидка на всю продукцию. И если вы берете от 700 гривен, то вам доставка бесплатна. Бутылка пластиковая, темного цвета. Вот. Хотите, потом перельете, все запаковано. Это масло холодного отжима, без консервантов, всяких добавлений. Мы уже его пили. Мы заказывали его в 2018 году. Очень нам понравилось. И можно и в салаты, и просто его как употреблять утром натощак. Ну, для женщин, для мужчин очень хорошее. Но для нервной системы я читала, для пищеварительной, сердечно-сосудистой. Ну, в общем, кого это заинтересует, вы можете это прочитать в интернете, информация доступна. Здесь литр. Хотела попробовать вот масло горбузово алия, тыквенное масло. Ну, здесь тоже большой его состав. Витамины тоже В есть, и Е, А, еще какие-то Т, С, П, К. Вот микроэлементы, хлорофилл, фосфолипиды, фитостеролы и флавоноиды. Цинка очень много, богато, особливо богато. Цинка, магния, кальция, фосфора, железа и селена. Также есть полиненасыщенные жирные кислоты, олейного, линоиновая, та инши кислоты. Здесь тоже литр я взяла, третьего липня. Это отжим был третьего липня. Каждую пятницу у них отжим. То есть масло всегда свежее, оно не застаивается. Его готовят маленькими порциями. Тоже литр взяла. И еще хотела попробовать льняное масло. Первый раз пробую его. Состав здесь. Витамин А, В, Е, Ф, К. Микроэлементы. Железо, кальций, магний, цинк и фосфор. Полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, омега-6, омега-9. Взяла попробовать пол-литровую бутылочку. Тоже холодный отжим. Все масла хорошие. Про пробничек я вам сказала, он идет бесплатно. Там, по-моему, на сайте, вот, если хотите просто взять пробник, то он идет бесплатно 50 мл. А если вы второй какой-то пробник хотите взять, другого масла, попробуйте, то он стоит, по-моему, 35 гривен. Еще вот я взяла себе, это протеин конопляный. Это растительный белок. Здесь 50% белка. Вот 50% белка, 20 аминокислот и 100%
усвоение стопроцентное. Ну, для спортсменов подходит, для женщин, мужчин, для детей, для вегетарианцев. Хороший протеин. Здесь его тоже написан состав, минералы какие вот. Почитаете, можете на сайте выйти. Тоже 3 липня он изготовлен. Здесь пол 500 грамм. Я хочу сказать, чтобы показать вам, что я брала в 2018 году вот такой протеин. Мы целый килограмм брали. Мы тоже даже, видите, помыла его. Хорошая такая упаковочка, плотно туда. Влага не проходит. Можно использовать даже саму упаковку. На вкус я не знаю. Растительный такой белок, нормальный. Мы в воде разводили его, пили. Где-то чайную ложку, можно больше. Ну, попробовать, как вам будет по вкусу и по ощущениям. Вот, что еще могу сказать. Я добавляю его в муку, там что-то пеку. Можно в йогурты, в каши добавлять, в супы. То есть разнообразное как бы применение. Отрезала здесь такую сверху полосочку. Сейчас я вам открою, покажу, как он выглядит. Интересно посмотреть. Вот видите, до краев полный. Вот такого темно-зеленого цвета. Ложка, чтобы была сухая. Так вот возьму полную ложку. Плотно закрывается. Такой хороший зажим здесь. Видите, как он выглядит? Сейчас я вот налью водички и посмотрим. Растворяется хорошо, но я немножко водичку чуть-чуть так сделала тепленькой, подогрела. Видите, как он хорошо растворился? Сейчас супругу дам, пусть попьет. Потому что я еще буду йогурт кушать. Хотя сейчас сама попробую, скажу, как вкусно. Я не знаю, как на вкус передать, но вкусный. Травка какая-то, ну вот конопляное такое вот все. Ну вкусное, приятное. Ну, наверное, полезное. Так что спасибо за внимание. Кому интересно будет, заходите на сайт. Я не рекламирую, просто поделилась тем, что я покупаю. Всего доброго, всего хорошего, пока!